Всем доброе утро, мои хорошие. Я сегодня проснулась рано утром, приготовила завтрак. Мне и сыночки себе такие вот яички с сыром. Огурчик, сметанка у меня здесь. Вот такой у меня завтрак. А сыночка у меня любит мягкие яички. Хлебушек он будет сегодня есть сыр, потому что белого хлеба у нас нету. Так что приятного аппетита, кто будет завтракать. Стоит у нас чай, Ник, мы поставили. Сейчас попьем чаечек еще. Кто любит, кстати, еще яйца с сыром. Я вообще обожаю. Сверху кладу сурочек. Там под крышку он растает. Вкусно очень. С огурцами люблю яичницу. Но я сейчас пока сыночку дождусь. Чай не запьем. И все съем. Так что чаечек мой Олег пил, сейчас налью чай. Сын, а ты идешь или нет? Я уже все съедаю, пока тебя дождусь. Твою же буду есть. Бежит. Беги, мой сладенький, мой сладенький. Оля. Привет всем. Наталька у нас спит, а я кричу. Ой, сейчас слышит. Мне попадет. Сын только серенький хлебушек. Так что. Ну, покушаем. Да. Да? А на улице сегодня у нас тепло утром. Хорошо. Я уже погуляла. Так что. Такие вот дела. Всем приветики. Большой привет из Омска. Сегодня утренняя гимнастика. Мини. Будет у нас на улице. У нас на улице хорошо. Ветерочек дует. Так что лучше я на улицу позаниматься, потому что в доме у меня еще спят детки. Начинаем первое упражнение. С ног в одну сторону и в другую. Также и другую ножку. В одну сторону и в другую. Только не улетай у меня, пожалуйста, мой ковричек. Никуда. Мини-мини-гимнастика. Наклон в сторону. На улице-то хорошо дышится. Я хотела на стадион сначала сбегать, а потом что-то передумала. Думаю, я и тут неплохо позанимаюсь. На стадион после обеда пойдем. Наверное, с дочей. Она уже когда станет. Пантерка со мной рядышком везде. Все проверяет, да, Пантера? Кто со мной с утра заниматься будет? Тот что-то уже жарит. Ароматы идут, прям чувствую. Запашок идет. Упражнение для позвоночника делается. Так бы и лежала вообще, так клево. Сейчас еще попозже позагораю. Thank you.
вылазишь? Сейчас все уронишь. Сейчас я буду делать косые мышцы. Потому что в тот раз я делала такой нижний пресс и верх. Верхний пресс. Я вчера качала. Так что сейчас буду косые мышцы. Пантера, ты сейчас там не... Все собьешь, когда унилась. Чуть камеру мою не сбила. Мне плохо видно. Чуть-чуть. Три подхода по 15 раз. Три раза нужно делать. Сейчас сделаю еще два раза. Все, сделала я. Теперь планочка у меня. Сначала низкая. Там где поставить мои ножки. Потом высокая. Сейчас высокая будет. Трава сырая. Наступила пальчиками. Сыро. Руки трясутся очень жестко. Все, закончил. Черт, пить захотела. Ой, сегодня пойду маникюр делать. Так что прогуляемся чуть-чуть на улице. На растяжку это надо уже лучше идти в доме. На растяжку делать дома, чтобы наш шпагат сесть. Вот я могу на одну сторону сделать, а на вторую сторону вообще никак. В одну сторону. Смотри, здесь неудобно. Сейчас обруч еще покручу и высел. В общем, представьте, у меня обруч сломался. Сейчас зашла, точно сказала, что у меня тут сломанный. Я взяла такой. Ну, это тоже, в принципе, у меня тяжеленький такой с весом, но тут получше был. Я его сделаю. Сейчас попозже пойду. Там нужно его скрепить и шурупами закрутить. Ну, это тяжеленький, но всем удобнее. Так что сейчас покручу. Хотела на скакалке попрыгать, а кинулась, у меня скакалка сломанная. Так что кому не жалко, у кого есть денежки, можете скинуть мне на скакалочку. И я буду прыгать на скакалке. Но сейчас пойду еще поищу, где-то у меня должна там старенькая быть, если найду. Так что жду от вас скакалочку. Кому, конечно, не жалко. Так что в таком темпе я включу его. 15 минут. Вот и скакалку поищу, если найду. Так, в общем, нашла скакалочку какую-то стрёмненькую, старенькую. Сейчас попробую попрыгать. Давно на скакалке уже не прыгала. Дочь у меня прыгает каждый день. Но так как она у меня сломалась, она уже неделю не прыгает. Все время говорит, мам, на скакалку купить. Я говорю, конечно, купим. Всегда забываю про нее. Сейчас вот старенькую нашла. Попробую попрыгать. Вообще же. Это, наверное, неудобно. Я... Главное не упасть и ничего не зацепить. О! Нормально. Давно не прыгала. А! Запнулась. Вообще жесть. Сейчас дочь пойду обрадую, что скакалочку нашла. Назад я смогу или нет? А! Об веревку задела. А! Веревка мешает, задеваю постоянно ее. Так что, ой, такая у меня разминочка. Ставим классики. Уху, есть. Устала. Мокрая вся. Не забываю подписываться.
Ставит пальчик вверх. В общем, я сюда пошла перед зеркалом покрутить обруч. Стою, в зеркало пялюсь и кручу вот так. Могу и походить. Опачки, опачки, и шлепок потерял. Опачки, опачки, опачки. Крутим, крутим, крутим. Быстрее, 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 скоро. Хоп, 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 хоп. Сейчас занимаемся, сердце. Раз, два, три. Так что докручу еще минут 15 и все. В общем, позанималась, я умылась, переоделась. Жарко. Но в доме у меня очень холодно. Так что я вон под плед залезла. И сижу, фильм смотрю. Так что посмотрю чуть-чуть телевизор. И пойду делать маникюр. Прогуляюсь на улице. Так, друзья, в общем, я села пообедать за компьютером. Наложила картошечку, которую вчера готовила. Сделала салатик, капуста, огурец и сыр с маслом. А с фасолью салат мы уже съели вчера. Так что сижу в Одноклассниках, сейчас поиграю в игру свою любимую и буду собираться. Пойду в гости заодно на маникюр. Так что кто сейчас кушает? Хорошо. Приятного аппетита. В общем, я пообедала и решила. Хожу, короче, подумаю и говорю. Ой, хочу кофе, капучино. Ну, потом плохо будет. Дочь мне говорит, иди пей и делай себе. То, что ты все равно попьешь, потому что, говорит, все равно тебе плохо что-то. Так что я себе сбила вот эту вот всю штуку. Только я сбила, как у меня кофе, делала капучино, я 2 ложечки кофе. Сейчас я сделала на 1 ложечку, потому что от 2 ложечек меня прет и уносит вообще по-жесткому. Так что я сделала на 1 ложку, но сахару также. Вот такую красоту. Капучино я себе сделала. Обалдеть. Знаете, даже с 1 ложкой нормально. Если попробуете вы такое сделать, потом кофе простой вы не захотите, будете пить капучино. Клево. В общем, мы собрались идти на Московку. Я туда иду ногти делать. Доченька со мной, моя красоточка. И сейчас за нами заедет Лёшка с Наташкой на машине. Мы поедем на машине. Уи-уи-уи. Вот такие вот чики. Ну, куда ты ушла? Я чик хотела поснимать. Еще в шлепках. Сейчас пойду какие-нибудь сандалики. Что-то будет надо. Что еще не... О, я губки не накрасила. Ха-ха-ха-ха. Быстрее. Да, не дай мне сережки какие-нибудь. Вот туда. Где? Давай. Сейчас сережки еще напялю. Аккуратно только. Давай, черенькие. Так, все, сережечки я одела. Вот такие вот. А чечи у меня. Сейчас еще губки накрашу. Ну, они еще не подъехали. Так что ждем-с, ждем-с, ждем-с. Пых-пых-пых. Так, за нами приехали наши родственнички. Привет. Мы поехали. Так что надо было пешком нам идти. Нас за нами заехали. Катим, катим на гелике. Все, я уже подъехала домой почти. Сейчас сыночку жду. Он придет, что-то хочет. Позвонил мне, хочет в киоске что-то купить. Я нанячилась лялькой маленькой. Там вообще ребеночку годик будет. Я натискала его. Вообще кошмар. Сделала маникюр, но ногти не красила. Просто маникюр сделала. Так что потом пойду и накрашу. Потому что лялечка маленькая, он капризничает только с мамочкой. Потом время будет, пойду схожу опять. Ну, это родственница. Она, в общем, моего мужа, брат родной, его жена. Так что я к ней в гости ходила.
Доченька, она это осталась там у сестренки на Московке, со Светкой гуляют. А я, в общем, приехала домой. Меня завезли по пути. Так что сыночку жду, пойдем в киоске что-нибудь купим. Все, вышли мы с киоска. Сыночка, он прибежал ко мне. Я себе семянок сделала таких. Где мой сынка? Вот он. Вот он. Ты с утра здоровался. Он газировки и чипсы съел. Что-то захотел поесть. Прям вообще не мазом. Чипсы выбрал. Поесть. А, хлеб мы не купили, сынок. Представь. Завтра утром без хлеба. Ну, короче, утром оладушки пожарим, да? Так что то, что я возвращаться уже не хочу. Пойду домой. Наверное. Сейчас возле Иринки остановлюсь, поболтаю. Чуть семки взяла. Надо же переговорить целый день. Кто что делал. Так что зайду сейчас к ней. Короче, побежала я домой. Пока-пока, спокойной ночи. Заходила, кофе попила. Короче, дорожкой. И бегу домой. Сыночка у меня домой сразу пошел. Дочь позвонила, она где-то идет через переезд. Так что я вот такая вот замерзла в сандаликах вон там. На улице холодно стало. Так что я иду, замерзла, бегу. Ну, я кофе сейчас горячее попила. Так что не так уж и холодновато, но прохладненько. Так что всем покасики. Пух-пух-пух-пух.